Всем приветики. Когда-то на Хэллоуин мне выпал вот такой вот ножик. Но я только сейчас дошел до того, чтобы... осмотреть его в игре. Я тогда открывал кейсы, и из одного из кейсов мне был вот такой вот ножик. И сейчас это будет внутриигровой осмотр ножа. А сам по себе он выглядит намного лучше, чем обычный кукри. У него, получается, есть зазубрины на верхней части лезвия. Есть дырочки, плюс само лезвие немножко вытянуто и выглядит как топор. И еще он светится. Вот. Маленький удар у него выглядит вот так вот. Ну, вернее, слабый. А сильный удар выглядит вот так. Ну вот, потом осмотр его выглядит таким вот образом. Он сначала его перекручивает в воздухе, потом рассматривает с двух сторон. Вот, взять себе в руку выглядит таким вот образом. Сейчас. То есть он его подкидывает и перекручивает, и он перекручивается в воздухе. И это очень круто, то есть ты вот пока бежишь на месте, ты можешь постоянно крутить в воздухе. То есть нажимаешь один, а потом три. И делаешь это настолько быстро, чтобы винтовки даже видно не было. То есть быстро один и сразу три. И винтовки даже не видно, и только нож крутится. В общем, круто. А если добавить еще и осмотр, вот эту вот фишку перекручивания, то есть 1-3, осмотр и опять 1-3. Вот 1-3, осмотр, 1-3, осмотр, 1-3, осмотр. И таким образом можно его постоянно крутить. Это очень круто. Я пока бегу до миссии, пока она еще не началась, и все бегут, постоянно с ним так вот играюсь. Либо просто бросаю, но чаще я просто кручу его всеми возможными способами. Вот, со стороны он выглядит вот так вот. Видно, что он весь светится, что он такой серьезный, устрашающий, что по нему бегут какие-то световые такие волны. Сбоку он вообще очень ярко светится. Вот. Ну, слабый удар, как обычно. Особо не наносит урон. Ну, половину жизни снимает. А сильный урон сразу убивает. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.